тренерском зале. Майка Даунс, набравший 15 очков. Но он обычно усиливает игру Автодора, выходя на замену. Ну вот Фисенко, 44-й номер. Пропустивший матч против ЦСКА. Вот только вышел на пистом Муникса проводить свои атаки. Кортни Фордсон. Хорошая передача на Фисенко. Ну и вот опять. То, о чем мы говорили. Нужен центровой, который достойно потолки с Джералс. 10,5. Гудумак не точен. Но в борьбе великанов Фисенко превалирует. Фордсон. И еще одна хорошая скидка на Кирилла Фисенко. Достаточно высоко. Это у нас украинский центровой. Кортни Фордсон. Основной плеймейкер. Еще одна хорошая передача на лицевую линию. Гудумак на Фисенко. И вновь Кирилл забивает. 53 матча провел. Прыжок в исполнении Джеймса Уайта, но не точный бросок. Чужим щитом Дмитрий Соколов получает Фордсон. Фордсон с мячом. Фисенко после постановки заслона. Проходит скидка на Кирилла. Дмитрий Соколов тут же активизировался. Фисенко. И посмотрите, будет атака в цейтноте казанского Уникса. Одну не забьет трешку. Фисенко лучше на своем щите. Сыграть на партнера. Бросает, сам бросает. Вот призовая игра. Опа, не забил Фисенко сверху. Сдыхалкина за трехочковую. Один из самых быстро прогрессирующих больших всего мирового баскетбола. Но Фисенко с мячом. Фисенко на штрафе. Хорошая передача под кольцо. Именно для этого и нужно вспомнить. И баскетболистам в том числе, чтобы не повторить эту ошибку сегодня. Фисенко забивает сверху. Вот такой вот красивый дабл-дабл уже нарисовал Кирилл Фисенко. Петерсон. Хорошая передача на Кирилла Фисенко. И тот, укрыв мяч в Европу, сначала в прошлом сезоне играл за Реджио Эмилию в Италии, с этого за казанский Уникс. Здесь Сдыхалкин благодарит партнера за хорошую передачу. Вечным баскетбольным двигателем. Ну а баскетболистов сборной России, как Антон Панкрашов, Сергей Быков, Валерий Лиходей, Вадим Панин. Да, ну, а Фисенко, конечно, сегодня какой-то бенефис устроил на площадке Дворца спорта «Кристалл». Еще один мяч с нарушением правил. Ну, Панкрашов появился на площадке. Передача на Фисенко. Ну что же творит этот парень сегодня, а? Очередные два очка в его исполнении. Причем не приземляясь на паркет. Очень технично все сделал Кирилл. 22 очка на его счету и 13 подборов. Вот уже 14 подборов купает на европейской арене. Но пока Панкрашов не забивает. Фисенко. Отменный пас. Быстрый прорыв. Майка Даунс решает в одиночку пробежку. Пошла последняя минута. Гудумак атакует из-за трехочковой линии. Не точно. Фисенко. Фисенко. Еще раз Фисенко. 16-й подбор. Приятно то, что Автодор вернулся. Вот еще раз я подчеркну. Может быть, мы будем с коллегами говорить на протяжении всего этого сезона. Но это действительно приятно. Малыша. Окончательный счет этого матча 87-69. Поздравляю команду Автодор Саратов с этой победой. И заканчивая репортаж, благодарю вас, друзья, за внимание. Коллег благодарю за отличную работу. С вами был Виктор Шестопалов. До новых встреч в эфире.